Всем привет и добро пожаловать в новую рыболовную серию. Сегодня, в общем-то, находимся мы в компании на Алупке. Вот, пока что по результатам две ставритки. Ну и вот люди стоят, практически каждая буна занята и результатов ноль. Попробовал, покидал я пилькер с ассистом в море в надежде, что получится поймать пиламиду. Ее видно, кстати, она малька гоняет прямо под берегом. Ну, мелкая, ладошечная. Вот. Ну, а так что пока без результатов. Поставил поплавок на зубаря. Видел, вдалеке мелкий плавает, но поклевок пока что нет. Ну, а также пилькера. Вот. Разные рассветки. Сегодня, кстати, я ловлю все тот же спиннинг от компании Nautilus. Модель называется Fugu Travel. Тест от 0,6 до 10 грамм. Также здесь стоит катушечка Argent 2500 с пометкой S. Кстати, поменял шнур. И вот уже сколько? Вторая или третья рыбалка вообще не петлит, ни хрена. Единственное, что только бывает, поправляю сам шнур, потому что ложится поперек. Вот. Ну а также ж уже легендарная палочка, также от компании Nautilus. Это Экоизм. Тест от 4 до 18 грамм. Кидаю я с нее пилькера до 20 грамм. Тест у этой палочки 4,18, длина 2,62. Вот. Ну и старая катушечка Авиар 3000. Тоже нареканий, проблем с ней нет. Единственное, что только вот от шнура попадает под лесоукладывательный ролик соль. Ну, она окисливается, и он начинает подклинивать. А так, через 2-3 рыбалочки смазываю, и, в принципе, нормалды все. Вот. Сейчас еще покидаю пилькера, а потом ее переоснащу под дальнобой. Ну а вы, друзья, знаете, что делать. Лайк авансом приветствуется, подписочка на канал, а также на телеграм-канал и на Рутуб, и на ВК-видео, и на Яндекс.Дзен. Туда выходит то же самое видео, но только смотреть более комфортно. Вот, ссылочки я оставлю внизу под описанием ролика. Я здесь кое-кого подприметил. Прям вдоль буны ходит. Сейчас попытаюсь его соблазнить. Далеко кидать не надо. Вот только что сейчас подошел. А он весь здесь. Сараган. И хорошие размеры. Ну, да, тихо, не утюкай. На пилькер, вот прям вот, вот так вот тут. Не мытьем так катанем, прикинь. Вот так вот тут. Вот это ты красавчик. Кидай, кидай его в это. Сейчас. Вот он еще один сейчас. Ах ты зараза, ушел. А, ты на такой. Да, я его вот так вот. Он не хочет так, будет так, значит. Федя, он хотел с утра. Я, блин, что-то привязал плохо этот, блин, как-то неудачно. Привязал, слышишь? Ага. И, короче, в итоге он оторвался. Огромный карась был. Просто огромный. Потом еще пару сходов было. Почему? Я хотел ставриду покидать, а получился карась. Да сейчас кину. Вот так вот палочка. Ну я, блин, снялся. Зацепился еще очередной раз и снял. А, ну это такой. Ну, какая это ставка, блядь, объясни мне. Ну, внизу пилькера, а сверху этот. Он видно стал? Да. И он клёвый? Угу.
Ну да. На блестяшку повелся. Что, далеко что ли стоит получается? Ну что, получается, далеко стоит. И вот он прицепился, но небольшой. Ну? Ну, метров 60 бросил. Ну, полтинник 100%. А, мелковатый. Ну, уже радует, что появляется. Аккуратно выпустим тряпочку. Карась промелькнул и больше нету. А вон он пошел. Надо высматривать, да пробовать, если что, на пилькер опять его ловить. Далеко был? Кто, сарган? Да. Ну да. Как раз, наверное, с того места, куда ты бросил. В общем, у нас сейчас 8:30 утра. Рыбы так и нет. Я поймал раз, два... Три сарганчика, одного карася, ну и все. А, ну и две ставриды. Вот это весь улов. Сейчас, наверное, попробуем переехать на КЧФ, попробуем, что там. Что такие вот дела. И тоже все рыбаки порасходились. Практически все буны были заняты, ну все разбежались. Так что, не знаю, с чем это связано, но факт есть факт. В общем, ребятки, приехали на КЧФ. И уже движуха пошла. Вот такой сарганчик лежит, такие кабанчики хорошие. Вот она, была подача. Вот он. Есть. Еще он гонится за ним. Лянь, это хороший такой, и в рот берет, лянь. Ну такой, отдай палку. Небольшой, но бойкий, наверное. Ну что значит, поменяли место, и здесь рыбка присутствует. Это подводные охотники. Всем, как говорится, места хватает. Едовой. Так он теперь с другой стороны берет. Сарганчик проклевывает. Правда, пилькер оторвал. Сейчас вот здесь буду нырять, искать его.
Обидно, однако, обидно. Не глянул шнур. Перетертый. Опа, есть, как хорошо. Опа. Вот они, сарганы плавают. Вот они, пошли хорошие. Сразу в соль. Раз. Вот так. А куда вы направились, интересно, а? Вот он. Вот он какой. Где? Ходят. Крупная. Сейчас будет операция спасения пилькер. Вот он. Подача только что была. Он или на нерест пошел. Весь в берегу плавает. Где-то здесь зараза упал. Сейчас буду доставать. Малой как раз маску тянет. Ну и покупаемся заодно. Нашел. Вот он, красавчик. И что, можно продолжать дальше рыбалить? Так, ну что, сейчас я его ставлю и начинаю дальше продолжать рыбалку. Пилькеристы еще одни подошли на пирс. Там он еще парнишка стоит, так что сейчас, я думаю, движ пойдет. Вот она, еще одна поклевка. Вот только пилькер достал уже. Две поклевки было или три. И вот тяну. Обязательно проверяйте шнур. Перетерся, я не знаю, рыбалок 5 или 6 уже кидал. Вот так получилось, что упал с краю, думал, не найду. Но нашел. Такая хорошая подача была. А, ну, пойдет. Мне его в любом случае забирать. Он не жилец. В общем, народ, все, завершаю я свою рыбалку. Хватит на сегодняшний день. Десяточек где-то поймал сарганчиков, уже в соли, так что сейчас приду, наверное, их вывешу. Промою, и в принципе можно вывешивать. Так что думаю, следующая рыбалка будет, наверное, здесь же. Всем доброе утро. Второй день моей рыбалки. Посмотрим, как сегодня получится. Ну и сегодня будем монтировать ролик. Такая сегодня красота. Море спокойное. Вода по рыбе, неизвестно, что сегодня будет. Уже три поклевки было.
и два хороших схода. Ждем дальше. Это мне уже нравится. В общем, народ, всем привет и добро пожаловать во вторую рыболовную серию. Сегодня второй день моей рыбалки. Посмотрим, что из этого получится. Уже поклевки были на траву, на сено. Вот, но не вытащил. Подержал и все. В общем, вы знаете, что делать. Лайк авансом приветствуется. Не забывайте переходить на новые мои соцсети, новые мои видеоплатформы. Это Рутуб, Яндекс.Дзен и ВК-видео. Туда выходит... Тихо, поклевка, ребята. Поклевка. Что, все бросил? Давай еще разочек. Туда тоже выходит видео, так же, как и на YouTube, но там лучше и более качественно можно посмотреть ролики. Что, все съел? Ладно, пускай постоит минут 5. Посмотрим. Клюет. Прозевал поклевку. Опа, утонул. Вот он. Эти травушки-муравушки нарвать. Опа. Опа. Травушки-муравушки. Опа. Есть такое дело. Поклевывает, но пока что без. Каких-то либо результатов, чтобы подсечь его хорошо. Вот. Как-то нехотя. Жду. Сейчас леска чуть, нитка потянется. Надо будет подсекать. Но он, по-моему, там сидит. Есть. Красавчик. Красавчик какой. Красавчик.
Хороший какой, а. Хороший. О, какой. Вот он какой. Вот такая, ребятки, рыбалка. Первый зубарь в этом сезоне. Смотрите, какой красавчик, а. Вообще рука и вот он. Вон он, мой главный рыбак бежит. С самого утра. Что ты, юный рыболов? Напарник мой. О, все, уже кого-то приметил. Давай, чеши сюда. С батей иди поздоровайся. Молодец, с добрым утром. Здорово. Пошли, я одну рыбку уже поймал. Ждем сейчас еще одну, будешь ты тащить. Да. А? Да. Ну, давай я в тенек положу, в сумку, бутерброды твои. Пусть они нагреются, а то они холодные. Вот так. Вот мама есть, а мы... Да, понятно. Глянь, какую рыбу поймал. Глянь, какой плавает. Гляди. Ну? Быстрее крути его. А то сейчас он раздувает, а он прям вот тут вот сходит. Ну, сейчас увидишь. Давай сюда становись. Вы далеко, да, наверное, забросили. Крутить долго. Давай, твой. Тяжит сильно. Второй сараган, давай. Турбо. Не надо турбо, ну не балуйся, тащи как надо. Вот оно. Заберем, все, тормози. Моя рыбка. Ну. Положи на нее в сачок. Зачем? Сачок. Не надо баловаться. Сачок. Забагрили? Угу. Я про другое спрашиваю. На. Пошли мостик. Аккуратно с ним, не потеряй его. Воду не отпускай. Наконец-то все-таки я зубаря поймал. Вот он, смотрите, какой красавчик. Какой я шух. Эх. Вот. Вы знаете, что делать? На канал подписывайтесь, на Telegram подписывайтесь, на Рутуб подписывайтесь. В общем, все ссылочки я оставлю внизу под описанием. Так что всем добра-бобра, пока увидимся. Не знаю, правда, где будет следующая рыбалка, но где-то она будет. В общем, всем пока.